Вот так дружно и задорно ребята учатся приветствовать российских олимпийцев. Разучивали сегодня кричалки, которыми собираются зимой 2014-го поддерживать фигуристов и хоккеистов. И даже слегка размялись. Сегодня очень большой праздник. Сегодня будет олимпийский урок для всей нашей страны, для всех наших школьников. И я проводила как олимпийская чемпионка олимпийскую зарядку. Для сочинских ребят такие уроки уже стали нормой. Город, в том числе и школьники, вот уже 6 лет готовятся к главному спортивному празднику страны. Система олимпийского образования, в том числе через олимпийские уроки, когда самыми главными принципами становятся основные олимпийские принципы, это, конечно, очень важно вообще для процесса воспитания. И то, что оргкомитет Сочи 2014 совместно со своими партнерами, прежде всего в нашем городе и по всей стране, проводит эти олимпийские уроки, конечно, дает возможность детям сегодня погружаться в основные ценности спорта. Со школьниками, а сегодня в зале 9-й гимназии собрались старшеклассники нескольких учебных заведений города, пообщался и участник Туринских игр 2006 года, саночник Кирилл Сериков. Он отвечал на вопросы и немного рассказал о себе и санном спорте. Для меня спорт имел большое значение по жизни, потому что он мне помог воспитать мой характер, помог по жизни справляться со сложными ситуациями. Сегодняшнее занятие прошло в формате телемоста «Сочи-Москва». Из столицы России с сочинскими детьми пообщался чемпион по лыжным гонкам, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Михаил Терентьев, а московские школьники со спортсменами, которые проводили олимпийский урок в Сочи. Дети остались довольны, брали автографы и рассказывали о том, как их школьные учителя поддерживают в спортивных начинаниях. Всем учителям моей школы очень нравится, что я увлекаюсь профессиональным спортом. Мои учителя всячески меня подбадривают, помогают, отправляют меня на разные спортивные соревнования. Олимпийский урок для российских школьников был организован оргкомитетом «Сочи-2014». И как пообещали организаторы, такая встреча с олимпийскими чемпионами не последняя. Елена Всецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.